24 апреля 17 год, Харьков. Кипит стройка. Есть у меня подозрение, что лишусь я скоро этого ракурса замечательного. Решил зайти поснимать, пока возможность, все время освещение есть. Поселок Жуковского. Собираются тут строить, дай бог памяти, ну, микрорайон полноценный. 21, по-моему, жилой дом. Куда это здесь собираются прессовать? Ну вот разбирают, я вижу, недостроенное депо троллейбусное. Еще с советских времен оставшееся. Но 21 высотный дом на таком пятачке. Хотя Тетрис не случайно, наверное, в Советском Союзе придумано, да? То есть наши люди умеют впихнуть невпихуемое. Микрорайон этот будет называться Меридиан. Кто бы мог подумать, напротив торгового центра Экватор. Четыре дня назад в Харькове был снегопад. Во что сейчас довольно сложно поверить. Только поломанные деревья об этом напоминают, под весом снегом обвалившиеся деревья и ветки. Ну, в общем, скоро здесь что-то будет. Везде стройки, везде стройки. Здесь микрорайон, там он дальше. Видно, еще одно здание строится. Вот это уже через дорогу, за Экватором. Тут рядышком на Дружбе народов строится супермаркет, который бросили строить году в 12-м, по-моему. Сейчас вспомнили, что есть же. 9-й супермаркет строил в нашем районе, небольшом. 9-й. В общем. Ну, абрикосы, наверное, уже не будут в этом году плодоносить. 15 сантиметров, наверное, снега навалило. Ну, а там вот видно, что не выдержал. Это абрикоска. Свет не вижу, что на экране. Пчелы летают, но в некотором разочаровании, по-моему, находятся.